Здравствуйте! В глубинах чердака я нашел еще один старый бакелитовый чемоданчик. Он был очень-очень грязный, но я его отмыл как смог. Вот как чего получилось. Внутри, конечно же, находится старый советский проигрыватель. Это проигрыватель ГП-46. Внутри Танарма я нашел бумажку, на которой написан год производства, 1954. Значит, в проигрывателе установлен синхронный двигатель. Что интересно, что для того, чтобы он начал вращаться, его надо запустить, толкнуть вручную. Первые модели выпускались с магнитным звукоснимателем. У меня уже попался вариант с пьезокерамическим звукоснимателем ПЗ-1. Вот тут находится включение, и раньше была регулировка громкости, я ее убрал. А на крышке логотип ММЗ, производителя этого устройства. Здесь сетевой шнур, это шнур для подключения к радиоприемнику, имеющего вход для пьезокерамического звукоснимателя. К сожалению, отдельные элементы этого проигрывателя были сломаны. Вот здесь есть такая подвижная планка, а здесь есть такой элементик, который не дает крышке упасть. Но вот этот вот узел, он сломан. И, соответственно, с нижней стороны есть тоже такой узел, он тоже сломан. Ну, в общем-то, это не так страшно. Главное, чтобы он играл. Я полностью почистил все, весь механизм, реставрировал звукосниматель. Вот мы сейчас снимем диск, посмотрим на двигатель. Но тут ничего интересного особо. Вот такой самый простенький двигатель. Очень похож на двигатель, который я показывал в презентации патефона с электрическим приводом. Ну, практически точно такой же двигатель. Что интересно, что современные любители винила назвали бы этот двигатель прямой привод, Direct Drive. Это на самом деле так и есть, потому что здесь нет ничего. Есть только двигатель и диск, который выступает в качестве ротора. Сейчас мы включим его в розетку. И пустим вращаться. Так, включили. Так, вот если крутануть диск, он начнет вращаться. Ну, как у многих синхронных двигателей, у него есть такой очень характерный призвук при работе проигрывателя. Значит, выключаем. Теперь мы поставим пластиночку. Ну, я сознательно взял такую битую пластинку, потому что мне жалко портить пластинки патефонной иглой. Патефонные иглы я взял вот из такой коробочки, у меня есть запас. Я так предполагаю, что это, может быть, был Хизмастерс Войс или что-то подобное. Итак, включили, крутанули, Танарм устанавливается вручную. Поставили. Началось проигрывание. Соответственно, когда пластинка доиграла до конца, Танарм убрали. И выключили. Вот, собственно, и все. Сейчас мы посмотрим, как устроен проигрыватель с обратной стороны. Я выну вот эту панель и покажу ее с обратной стороны. Обратная сторона проигрывателя. Ну, вот это сетевой провод. Здесь вот потенциометр с выключателем. А здесь вот перемычки.
Сейчас они стоят на 220 вольт, то есть обмотки соединены последовательно. Если мы хотим подключить на 127 вольт, то значит надо перемкнуть это и эти две, а эту перемычку убрать. Ну, как я уже говорил, значит, полностью я поменял провода и в тонарме, и к приемнику. Значит, в тонарме вот стоит МГТФ вот такой, а к приемнику я поставил микрофонный провод. Хороший, мягкий, удобный провод. И тут я отключил от потенциометра, потому что потенциометр уже неисправен, звукосниматель, и убрал тот фильтр, который стоял, и поставил здесь другой фильтр, который рекомендуют для старых звукоснимателей. Я снял тонарм. Вот он крепится вот на такой вот вилочке, изнутри в распорку пружинки вот тут ставится. Вот под этой металлической планкой экраном находится пьезокерамический звукосниматель. Сейчас мы тут открутим эти винтики. Вот звукосниматель. Он в такой тоже бакелитовом таком чехольчике. Тут вот иголочка ставится. Здесь винтик, который ее прикручивает. И вот там другая планка заземления. Ну, как я уже говорил, значит, провод в тонарме я полностью поменял на МГТФ. Потому что старый провод выглядел вот так. Это провод, который был установлен внутри тонарма. Он уже сгнил совсем практически. А к приемнику шел вот такой вот провод. Тоже ничего хорошего от него не осталось. Поэтому я заменил и тот, и другой провод. Этот приемнику, это внутри звукоснимателя. Больше всего возни у меня было со звукоснимателем. Я провозился с ним примерно 2 дня, а может быть даже и 3. Испортил 5 пьезокерамических пластинок, и только 6-я у меня наконец встала так, как мне надо было. Проблема-то, в общем-то, в подборе демпферов для поворотного механизма иголки и для крепления самого пьезоэлемента. Я не знаю, как звучал оригинальный пьезоэлемент, но этот пьезоэлемент звучит не очень громко, но в принципе усиления хватает. Нормальный звук такой вполне ничего. Давайте посмотрим, с каким усилием патефонная игла пилила пластинки в таких старых проигрывателях. Вот у меня есть такие небольшие весы, вот сейчас вот значение 0, сейчас мы поставим панель тонар, мы посмотрим, сколько. Видите? Практически 69 грамм. Вот с таким усилием работали старые тонармы с патефонными иглами. И в заключение мы послушаем пластинку. Я взял старую пластинку, которую мне не жалко пилить патефонной иглой. Она ведь тут даже склеена, поэтому я вам воспроизведу небольшой фрагмент этой пластинки, и вы услышите, как примерно звучали патефоны того времени. Конечно же, полностью передать настоящий звук того времени трудно, но будет похоже. Значит, при обработке я применю 2 фильтра. Во-первых, обрежу все, что выше 6 кГц, потому что в звукоснимателях того времени они с трудом дотягивали до 5-6 кГц. Ну и обрежу все внизу частоты, скажем, от 50 Гц, хотя реально они воспроизводили не больше, чем от 100 Гц.